Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение». Михаил не только, это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы «Fate Stay Night». По счету серии будет 43-й, 43-й эпизод арки «Fate Судьба». И его лирует Артур и Сейбер. В общем, прошлая серия закончилась все-таки каким-то чудом. Наши главные герои выжили в битве с Арчером. Пережили, как говорится, ночь. И, в общем-то... И, в общем, остается так-то им. В общем, Шира думал, потому что утром довольно поздно. В 2 часу. Но попадет по некоторым причинам. В общем, он решил, в общем, подумать план, как, в общем, действовать с этим Атлантером и Гильгамешем, и решил посоветоваться с Катамином, с этим наблюдателем за этой войной. Отправился в церковь, при этом никого не предупредив, как обычно, но, в общем, молодец. Если даже не знаю, что это не случится такое неожиданно, видимо, никто, в общем-то, снова будет его искать. Не пойми где. Могут, в общем-то, не успеть в этот раз. Например, случаем похищением его, когда Илью его похитила. Чуть не убила. Вот. В общем, продолжаем. Катамина, я пришел поговорить. Я вхожу в капеллу. Внутри пусто. Вот у меня. Катамина. Он снова где-то внутри. Шаг, шаг, шаг. Темные ряды церковной скамьи кажутся бесконечными. Шаг-шаг-шаг, я направляюсь к алтарю. Шаг-шаг-шаг. Шаг эхо моих шагов заполняет залу, а затем вязнет похороненная в стенах капеллы. Должно быть, она специально спроектировалась так, чтобы шаги человека заполняли помещение. Катамина, вы здесь? Я негромко зову этого отца. Ловлю себя на мысли, что веду себя странно. Ведь если я хочу, чтобы меня услышали, то следовательно бы звать громче. Раз его здесь нет, то он где-то в задней части здания. Но вместо этого я почему-то понижаю голос и неслышно продвигаюсь дальше, стараясь сохранить все присутствие за незамеченным. То ли меня так угнетает величие обители Господи, Господа? Чудится, что это мне себя обнаружить, и чернокрылый вихрь ангелов смерти обезглавит меня за неуважение к Богу. Сейчас распоминается один момент из одной игры. В жанре интерактивного кино это Фаренгейт от разработчиков Quantic Dream. Там один момент был, в общем-то. Планирующим на церкви на податке Тури. Ожившие эти статуи этих ангелов. Там потом был. То ли у него были галлюцинации, то ли, в общем, я помню, что там такое сходило. Там всякая чистовщина происходит в этой игре. Детектив жанра, ну, плюс к всему, там мистика, вот это всякое, в общем, сверхъестественно. А именную капеллу выложу в внутренний двор. Думаю, комната Катамины. Тихими шагами я двигаюсь дальше. Церковь минут имеет сложную планировку, я понятия не имею, где располагается его келья. Она не слишком расплывчата, и я никак не могу вспомнить, как туда попасть. О, что-то... Мне перехватывает дыхание. Горло пересохло, и стало тяжело дышать. Чему? Несмотря на древний холод, въевшийся в каменные стены коридора, в моих бровях выступает пот. Я замолкаю и обостряю все чувства, стараясь понять, что же вокруг не так. Поэтому почему-то эти слова подчеркнуты особо таким цветом красным. Это намекает. У меня такое... Не знаю почему, но... Почему я иду так тихо? Почему мое сердце рвется с груди? Почему? Это место вызывает у меня до дрожи зловещее предчувствие. Внутренний голос, не прекращая, шепчет в моей голове. Уходи, уходи, уходи. Катамина, нет, здесь нечего делать. Это его же благо, уходи домой. Твое решение ошибка, твои действия ошибка, твой холод ошибка. Уходи, уходи, уходи. Уходи, здесь нет ничего подозрительного, беги. Здесь ничего страшного. Так, убирайся домой. Мне дурно. В горло поднимается тошнота. В таких случаях мурашки мы нужно доверять мурашкам. Страху нужно доверять. Для неопытного мага у меня чересчур хорошо развито чувство опасности.
Это, наверное, вот такая же реакция была, когда он почувствовал этот барьер. Не запущенный, но установленный барьер, в общем, вокруг школы, этим Кинзи-то, когда еще ток-ток попал в школу, там, на какой-то день, да. Кто мстит, узко потом тоже обнаружено. Это же, по-моему, или не она. Поэтому еще не знаем, в общем-то. Там что-то казалось, что с Тругорки это нам почувствовал. И в этой. Поэтому я не могу остановиться. Теперь еще какое-то предчувствие им появилось, что что-то явно здесь не так. Пока я колотящееся сердце, я продолжаю поиски Кири Катамина. Каждым шагом становится все темнее, словно мрак накрывает меня с головой. Подземелье? В сумраке я натыкаюсь на очертания лестницы. Между колоннами я замечаю зев узкого неприметного прохода и укрытые густыми тенями, уходящие вниз ступени. Мне не стоит туда спускаться. Готов поклясться чем угодно. Катамина не может быть там, во тьме, внизу. Там внизу никого не может быть. Там внизу не может быть. Там внизу не может быть тр... Там внизу не может быть оф. Там внизу не может быть уп. Я должен туда спускаться. Шея каменеет. Я... Нам дается выбор, конечно же. Естественно, нам дается выбор. Но мы сделаем, в общем, обычно. Не то, что хотя хочется, да? Я возвращаюсь домой. Да как, конечно. Без этого нельзя. Нам нельзя домой. В общем, я тоже спускаюсь в мрак. Спущусь. Это правильный выбор. Скоро узнаете почему. Я погружаюсь в мрак. Это важно. Очень важно. Так, чё? А, всё. Ламп нигде не заметно, но тем не менее вокруг не так темно, как я ожидал. Похоже, стены спускают бледные голубоватые свечения, словно какие-нибудь фосфорицирующие глубоководные обитатели. Здесь как, в общем, какие-то там рыбы там есть всякие, там подобие, как называется, рыбоудилищик или что-то еще там, который там на башке такой, как что-то в эти лампочки такой светящийся есть. Вот, где-то, в общем, обитает, в общем, где-то, который обитает где-то в глубинах, во всяких там, в очень глубоких местах. Через какое-то время из сизых теней проступает зал, выложенный камнем. Подземный храм. Странно, но здесь нет ни пыли, ни плесени. Вероятно, это место вовсе не заброшенное и часто используется. Насколько же и глубоко под землей. Я оглядываюсь на выше, на выщербленные ступени, по которым спустился. Они тянутся вдоль стены по дуге в виде почти идеального полумесяца. А на высоте 10 метров прямо над головой виднеется проход, из которого я вышел. Это из игры света и теней, или у меня разыгралось воображение. Мне кажется, что изогнутая лестница, соединяющая подземелье с внешним миром, напоминает собой гигантскую могильную сороконожку, извивающуюся вокруг погребенного собора. Я замечаю дверь. Прямо под лестницей. Напротив меня выгравирован символ. Далее еще один проход, ждущий меня темноту. Я приближаюсь к ней. Ноги сами тянут меня туда. Иное то, что показалось мне проходом. Мрак смыкается надо мной, словно я с головы нырнул в бездонный омут. Кап, кап, кап. Влага. Трудно идти, осклизло я от сырости пол и стены, покрытые какой-то вязкой слизью. Помню, похожее ощущение было, когда я чистил школьный бассейн. Вот и сейчас, я перейду как по болотной трясине. После каждого шага ноги будто гнию заживо. Я останавливаюсь. Не столько из-за страха перед этим неприятным чувством, сколько из-за ударившего мой нос омерзительного зловония. Задохнувшись, я машинально зажимаю нос. Запах не пропадает, наоборот, он обретает пустоту. Въедается в одежду, в кожу, даже в мысли. Мясо? Нет, мясо так не пахнет. Порох тоже. Это формалин? Запах препарата пропитывает склеп насквозь. Похоже, после спуска подземелья мои чувства сильно притупились. Я больше не чувствую ни холода, ни глаза инстинкта самосохранения. И все же, мое сердце колотится так, словно раздулось вдвое. Руки дрожат, готовые подвод рассыпаться под на мелкие кусочки. Но хуже всего то, что... Мои глаза начинают привыкать к темноте. Тьма отступает, сползая, как перина из глаз. Где-то упала капля воды. Она была сигналом подсознанию. То, что я не мог видеть ранее, внезапно проступило перед глазами, навсегда впечатлившись в мою память. Это
Настоящий ад, который почему-то кажется мне знакомым. Трупы. 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 Меня со всех сторон окружают трупы. Пьющий в нос запах медикамента перебивает смрад разлегающихся тел. Вот он откуда капает. И сочится изо ртов мертвецов. Распахнутые в немом крике, они источают жидкость. Должно быть, это длится уже не первый год. Сгнившие разутые губы обнажают местами кажущиеся челюсти. Челюсти. Я убеждаю себя, что ничего этого нет. Отказываюсь верить, что нечто подобное может происходить. Но я не могу обмануть себя. Я за мгновение смог определить. При том, что здесь ряды трупов. Но ни один из них не мертв. Они все живы. Они живы. Эти куски мертвой плоти лишь внешне обманывающие людей все еще живы. Сразу вспоминается одна история, которую я когда-то слышал по новостям. Это была история о ките. И о парне, который был им проглочен и умудрился прожить в желудке около месяца. У китов огромная пищеварительная система, поддерживающая гигантское тело. Теперь в том, что она разделена на два больших отдела. Первый – желудок, хранящий, куда попадает проглоченная рыба. А второе – отделение, где проходит сам процесс переваривания. Таким образом, заживо проглоченный человек медленно растворялся в темной и влажной теплой атмосфере, среди вонючего мяса и недостатка кислорода. В желудке, полном дохлой рыбы, он жил на протяжении месяца. В воде, что его волосы разъело. Целый месяц он не знал, когда же наконец кит решит съесть его окончательно. А затем рыбаки убили кита, и когда они вскрыли его живот, они нашли там кошмарное, размягшее слишком существо, уж похожее на пришельца, человека. Да, жуткая история, но текущая ничуть не лучше. Ох, почему они еще живы? Каждое из этих тел деформировано и лишено слишком многих человеческих атрибутов. Конечности нет. У кого-то они отвалились. У кого-то сгнили суставы, обнажив под собой кости. Кто-то лежит в расщелинах пола. А кто-то стал домом для насекомых, влюбивших эти стены. Неважно, как они дошли до такого, без конечностей они напоминают в ней съеденные камни трухлявые деревья. И причина этого очевидна. Рабы питаются этими телами, поглощают их. И не зная принципа действия, знает только, что помещенное в гроб тело вскоре начнет разлагаться и давать свои соки, свою жизненную силу. Гроб высасывает магическую энергию, вернее, нечто более близкое к душе. Медленно. Он присасывается, словно пиявка, убивая, но и не давая жить. Мгновение ветра похоже на всхлип. Кажется, эти крики доносятся из ртов живых мертвецов. Изгнившие клетки уже не могут поражать голоса. Сейчас они служат лишь для поддерживания имитации жизни. Все уже они кричат. Почти беззвучными голосами они кричат, что есть мочи. От непередаваемого ужаса и боли. Они продолжают кричать, пожираемые заживо, не в силах выдержать кошмара разложения своих тел. Я слышу странный звук. Это мое непонятно, что такое. Такой-то очень бедок убил квадратик, непонятно, что там произнес-то. Короб прямо передо мной задрагивает. Кап, кап. Сверта начинает течь жидкость. Только его шея поворачивается, и ко мне глаз вываливается наружу. И все же оно смотрит прямо на меня. Раздутые губы едва шевелятся. Оно говорит голосом, который и голосом не зовешь. «Где я?» – спрашивает меня. Я готов заорать, но не получается. Горло онемело. «Где я?» Оно не жалуется на боль, оно просит, не просит о помощи. Просто сказала, что не понимает, почему она здесь. Возможно ли, что человек только сейчас очнулся от долгого сна и еще не осознал этого? Нормально жил, ложился спать, и вдруг проснулся, уже задыхаясь. Его конечности высосанных трупом уже нет, они сгнили до самого основания. Не в силах передвигаться, но может лишь надеяться, что все это просто дурной сон. Я готов сойти с ума. С этой сцены ужасающего спектакля. Но почему? Почему они кажутся мне знакомыми? Я не встречал их раньше, но в то же время я чувствую неразрывную связь с каждым из них. Но ведь я вижу их впервые. Людей, которых не должен знать. Они чужие мне люди, но... Почему же они... Вот это на меня так. Словно знают. И еще один вопрос. Это просто совпадение, или жертвы попали сюда из-за определенного критерия?
Чего все эти коллеги дети одного со мной возраста? И... Я. Ох, добро пожаловать, Эмия Шира. Внезапно. Чья-то рука тяжело ложится на мое плечо, дружески, словно мы старинные приятели. От неожиданности мое тело застывает, я даже голову не могу повернуть. Но мне не нужно поворачиваться, чтобы назвать человека, стоящего сзади. Катамина Кирей. Кстати, церковь, сотворившая этот ад. Дьявол, с которым я меньше всего хотел бы встретиться здесь. Неудачно это выбрал время. Напрасно я ожидаю твоего прихода, подготовил закуски. Ожидал? Каким образом? Ведь в прошлый раз я не очень хорошо тебя встретил. Я думал, мне удастся удовлетворить твои нужды. Но, видимо, мы разминулись в пути. Я не могу выдавить себя ни слова. Руки священника давят на мои плечи, словно время грехов всего мира. Но знаешь, я недоброе нарушение табу. Тот, кто решается ради истины приступить за вредную черту, может узреть вещи, которые видеть не должен. А истина вещь опасная. Она способна полностью перевернуть человеческие отношения. Никогда еще голос не звучал более жизнерадостно. Катамина Кирея стоит позади, положив руки на мои плечи, и могу поклясться, что она улыбается. Именно поэтому. Не страшно. Кто такой Эмия Шира? Если ты пришел поговорить, то не нужно стоять молча. Я огорчен. Неужели это сцена не прямо столь ужасна? Священник говорит о невыразимых вещах, а его голос, напротив, полон мягкости и заботы. Неужели, глядя на все это, он ничего не испытывает? Излишне говорит, что я нахожу эту сцену омерзительной. А ты жесток. Даже если тебе неприятно все это. Прояви сострадание, хотя бы скажи, что это не так. В конце концов, все вы, братья и сестры. Во имя милосердия тебе не стоило бы вести себя подобным образом. Что? Только что. Что он только что сказал? Что вы сказали? Я сказал, что ты и эти несчастные, родственные друг друга души. Так случилось, что все вы выжили в том аду на земле. Даже без кровного родства я верю, что это связано вас сильнее, чем раны братьев и сестер. Или я не прав? Вот оно что. Вот почему они кажутся мне знакомыми. Все это продолжение того, что началось 10 лет назад. Это место стало заменой больничной палаты. И здесь продолжается то, что началось еще тогда. Голова идет кругом. Дети, потерявшие свои дома и родителей. Я полагал, что они будут отданы в приют и останутся там до усыновления. Однако Эми Крицугу усыновил меня еще до того, как меня отдали в приют. Поэтому я так и не узнал, что случилось с ними потом. Я упорно старался не думать об этом. А при том, приютом была эта самая церковь на вершине холма. Я мог сходить туда сюда в любое удобное для себя время. И все же меня терзали сомнения. Я колебался. И которого усыновили, казалось неудобным показываться на глаза детям, которым повезло меньше. Поэтому если бы я и мог встретить их, то только в городе. Время от времени мы должны были встречаться и разговаривать, как все люди, пытаясь стереть из памяти и воспоминания о пожаре. В глубине души я надеялся, что в нашем маленьком городе подобная встреча будет неизбежна. Так почему же я никого из них так и не встретил? Катамина. Да, это так, Эмия Шира. Ты появился Эмия Кирицугу, и ты стал бы одним из них. Понимаешь? Ты оказался единственным выжившим. Опять. Все вокруг тебя умирают, тогда остаешься жить. Снова и снова. Как считаешь, не кажется ли это тебе несправедливо? Я снова чувствую биение сердца. Коченевшее тело на мгновение дрогнуло. Ох, нет, я не сужаю тебя. Скорее даже рад. Твои навыки выживания весьма впечатляют. Честно говоря, я не ожидал, что ты продержишься почти до конца. Именно поэтому и в последнее мгновение твоей жизни я позволил тебе воссоединиться с своими братьями и сестрами. Ты...
Ты прям счастливчик. Завтра я собирался прикрыть это место. Но ты успел к самому закрытию. 10 лет сохранял у них жизнь, чтобы питаться его слугу, а теперь он пришел конец. Я уже не могу выжимать из них столько же эссенции души, сколько раньше. Однако сейчас в этом уже нет нужды. То, что остается, так это убить себя и того слугу. Ублюдок! Этим криком я рушу все, что меня сдерживает. Тело, ранее связанное шоком, по рукам и ногам приходит движение. Сбрасываю руки со своих плеч, делаю рывок вперед и лицом поворачиваюсь к лжесвященнику. Катамина, ты! Отпрыгнув на безопасное расстояние, я смотрю ему в лицо. И в этот момент я чувствую мощный толчок сзади. Мое тело сотрясает дрожь. Что со мной? Я не могу дышать. В моей груди растет острый рог. Рог, похожий на наконечник копья. Странно. Как из моей груди может расти копье? Ох, я ведь еще не сказал. Позвольте же тебе представить моего как должно. Это мой слуга. Лансер. Я пытаюсь взглянуться назад. Там. Стоит синий копьеносец, пронзивший мою грудь. Он выдергивает копье. В эту же секунду острейшая боль пронзает голову, словно мой мозг бросили в огонь. Пол пугающе быстро окрашивается красным. Я назначил уже на холодных и ставших скользкими каменных плитах. Побирая тело руками, пытаюсь подняться, но тело будто налило свинцом. Я не могу двинуться. Не потому, что мне физически трудно, а потому, что мне стало не доставать того импульса жизни, который нужен людям, чтобы двигаться дальше. Боль в груди от кровопотери медленно затмевает сознание. Кровь хлещет толчками, но я до сих пор не верю, что умираю. Ведь я уже несколько раз получал тяжелые ранения. Некоторые из них были настолько плохи, что даже отключали мою нервную систему. Но сейчас все иначе. Эта рана смертельная и боль от нее реальнее, чем окружающий мир. Перед глазами все закручивается. Но стоит мне потерять сознание, как в следующую секунду новая боль приводит меня в чувство. Я не чувствую своих конечностей. Я уже не могу сказать, где нахожусь. Я чувствую лишь боль, тошноту и непреодолимое желание исчезнуть. Ты не убил его, Лансер. Тогда не имело бы смысла оставлять его живым все это время. Я все еще слышу их голоса. Мои глаза распахнуты, но ничего. Я лишь исполняю твои приказы. Хотя мне они не отвратительны. Голос Лантера лишен эмоций. Теперь я могу только слушать. Хорошо. Тогда нам следует подготовиться. Слуга должен почувствовать, что мастеру грозит опасность. Не пройдет и получаться, как Сейбер будет здесь. Эй, Катамина. Этот ребенок столько неприятен, столько не протянет. Хотя бы кровь останови его, если уж хочешь, чтобы он дотянул до того момента. В этом нет необходимости. Ибо она всего ли Божия. Умрет, так умрет. Сознание почти отключается. Боль наконец пересиливает все остальное, и я нетерпимо начинаю кружаться в запах. И все же, просунув рану свои пальцы, я удерживаю разум на краю. Глубно пронзает боль. Мой слабеющий разум раскалывается надвое. Часть здесь, а часть той знакомой горящей реальности. Хочу умереть. Если эта боль не прокатится, то я хочу сдохнуть прямо сейчас. Знаю, я невероятно отчетливо осознаю, что если потеряю сознание, то умру. Я даже не осознаю, что сейчас делаю. Я словно плаваю в океане слепящей белой и горящей боли. Сей! Эр! Но стиснув зубы, я удерживаю себя от обморока. Я не могу допустить, чтобы все закончилось здесь. Не имею права просто так уйти. Мне еще осталось обещание, которое я не сдержал. Все верю, что важнее ее у меня никого нет, то не могу просто так исчезнуть. Интерлюдия 15-1. Когда она проснулась, то нигде не могла найти Шира. Подумав, что она может заниматься обедом, она отправилась в гостиную, но не нашла там ни его, ни обеда. Но Шир один.
Просим живо всегда предупреждать Дебетом. Почему она никогда не слушает? Сидя на веранде, она сидит самой себе. Нет, я понимаю, что ему нравится наблюдать одному, но тогда наше сотрудничество теряет смысл. Она перебирает ногами, не зная, что делать. Вскоре, потеряв к этому интерес, она поднимает глаза вверх и задумывается. Небо серым-серо. Облака медленно плывут по нему, но даже сейчас вдалеке видны проблески солнечного света. Наверняка к вечеру небосвод приснится. Только появится первая звезда, можно будет предсказать грядущий день. Она все еще помнит, как гадать по звездам, это и еще кое-каким тайнам она научилась у своего мага. Раньше она пользовалась этим знанием лишь для подтверждения правильности своего пути. Сейчас ее заботит будущее одного человека. И если возможно, она бы хотела, чтобы это будущее было светлым. Она хочет узнать об опасностях и указать ему нужное направление. Предмет ее переживаний есть столь безрассуден, что, не сделав этого, она просто не сможет узнать. Да, звезды над этим городом трудно застать. Произнеся эти слова, она понимает, что до сегодняшнего дня никогда по-настоящему не вглядывалась в небо. Все, что ее заботило, это война с того Грааля. Кроме того, она никогда еще не обращалась к звездам ради кого-то другого. Она знает, что такое поведение для нее месть. И все же, в надежде получить этот ответ, она с нетерпением ждет сумерек. Поистине, это огромная перемена в ее мировоззрении. Тебе продолжает всматриваться в небо, поймав себя на мысль. Сейчас она похожа на молодых влюбленных девушек, которых когда-то читала в сказках. Сейбер! Ты не знаешь, откуда делся Широ? Внезапно перед ней возникает Тоса, Карин. Рин? Она машинально встает. Что такое? Все не так? Я вовсе не сдала Широ. Твой Сейбер краснеет в глазах. Я отвлекла тебя? Рин коварно улыбается. Даже если бы она не жила вместе с ними под одной крышей, то Шири Сейбер она прошла бы как открытую книгу. Тоска на редкость проницательна, а значит про них она все уже знает. И, конечно, и известно о том, что случилось прошлой ночью. Хотя не совсем так. Придя будет Шири Сейбер, она стала их в одной постели. Ладно, шутки в сторону. Так ты правда не знаешь, где Шири? Уилли поднялась вертой, а вот я и хотела попросить его помощи. Ильясвиль? А она до сих пор не пришла в себя? После битвы с Симкастер, да? Нет, я не стал говорить Широ. Она почти на пределе. Если ритуал военного Грааля не завершится, или лучше не станет. Ее вместимость потрясающая, но процесс наполнения ей еще не закончится. Пока у нее еще остается резерв емкости, но ее побочные функции будут работать. Когда предел будет достигнут, эти функции, то, что делают ее человеком, исчезнут. Ильясвиль создана таким образом, что по мере продвижения военного Грааля к финальной стадии, ее оболочка будет разрушаться все быстрее и быстрее. Голос Ирины чувствуется раздражение, но Сейбер не понимает, что она хочет этим сказать. Ох, видимо, я слишком сложно все объяснила. Ладно, забудем пока об Ильи. Я кое-что узнала о Лансере. Я выяснила, кто его мастер. И кто же? Нашла, кто мастер Лансера? Да, как бы. Можно и так сказать. Я нашла её, точнее сказать, узнала, кем она была. Мастером Лансера была иностранка, посланная магической ассоциацией. Я уже знала об этом и успела обнаружить ее тайную базу, но... Это поворот. Рин, тебе не стоило поступать так рискованно. Если ты нашла их убежище, то стоило сначала сообщить об этом мне. Ну да, мистер Рим управлять вместе там Шира, Рин, Тосака, Сейбер. Здесь будет убежище, да. Она, в общем, ведет себя так же безрассудная, как и Шира, очевидно. Хотя, я собиралась. Наблюдав за этим местом снаружи, я заметила, что там что-то не так. И поняла, что там никого нет, и вошла. Однако все, что обнаружила, лишь следы крови или его руку без команды сгнаний. И все?
Погоди, а сама-то это вот мастер-то она. Живая или мертвая на самом деле-то? Следы крови, как бы, либо рук только. А остальное это все куда? И больше ничего. Рука, по всей видимости, была отрублена. Типа по количеству крови, не думаю, что ее обладательница выжила. Мастер Лансер уже давно мертв. Интересно-то... Ну да, тут, видимо, она просто кто смогла уползти куда-то, уйти куда-то, но... Всё. Это все померла точно. Нет намека на то, почему-то Лансер-то до сих пор существует-то. Всё, у нас мы видим, его слуга тоже мертва. Каким образом, чем он-то пытаться-то? Значит, Лансер уже не существует? Неужели после нападения на Шира 10 дней назад их победил другой слуга? Да. Хотел бы на пятна крови высохли больше, чем 10 дней назад. Понимаешь, что это значит? Слуга выжила, а мастера убили. Будет кому-то другой мастер отрезал руку, забрал ему команду изгнания. Тебе заключил контракт с Лансером? Но... Ты и Шира последний мастера. Так почему же Лансер еще здесь? Последний мастера. А что, остальные все мертвы? Ну или же остается, или же была мастером-то. Вообще Тоска уже не мастер, она уже лишилась этих... А, Арчера-то. Или тоже как бывший мастер уже живет. Инди мертвый. А кто там еще был-то? Это мастер Лансера мертвый, это кто-то, она, кто-то там, известным именем. В общем, о ней мы потом все-таки узнаем. Другой новелли, там, лица, еще Мисс Новелла, еще она называется Fate Hall Atraxi, навалится продолжением как раз этой новеллы, так что мы узнаем в том числе об этом массе Лансер, кто она на самом деле была. А, и плюс к всему еще есть... там был-то? Так, Райдер, Лансер, Берсеркер... А, Кастер. Кастер мертва уже. Там кто не у мастера был, непонятно. Так-то да. Уж Лансер еще здесь. Получается, маг, который ранее не являлся мастером, выбрал себе командное заклинание, после чего стал таковым. Но разве это возможно в Сейбер? Нет. Передача командного заклинания возможна только между мастерами, которых избрал Святой Грааль. И наделил слугами. Каким бы выдающимся ни был маг, он не сможет стать мастером, просто похитив командное заклинание. Понятно. Тогда еще один вопрос. Может ли мастер остаться мастером, если обладает этими командными заклинаниями и слугой даже после неисчезновения Святого Грааля? Именно так. Если маг сохраняет своего слугу и командное заклинание, то у него остаются права мастера, даже после окончания войны Святого Грааля. Сейбер начинает понимать смысл вопроса и осекается. Так ты думаешь, что тот, кто убил настоящего мастера, Лансера, затем заключил с ним контракт? Да, больше нам ничего не приходит. В таком случае действие Лансера становится понятно. Похоже, мы поручили выдать все вражеских слугах. Обычно истинные знамена слуг не становятся явными во время боя, но он даже не пытался скрыть свое. Это можно начать лишь одно. Он просто собирал информацию. Согласен с тобой. Но даже со мной не дрался до конца. Раскрыв свой небесный фантазм, слуга, как правило, пытается убить своего противника. Верно, значит, мастер Лансер есть еще один слуга. Помощь Лансера, он собирал информацию, а нападал другим, известным слугой. Великолепная стратегия. Хотя ее верно, Лансер был не в восторге. Он должен был сразиться с четырьмя слугами, узнать об их стилях боя и фантазм, а затем вернуться к самому мастеру. Намерен свести бой к мече со всеми шестерыми, да, дерзость ему не занимать. Рин замолкает и погружается в раздумье. Неужели ее подозрения верны? Отчего-то Сейбер чувствует, как по ее спине пробегает холодок. Настоящий хозяин Лансера уже давно мертв, а его новый неизвестный мастер использовал негероический дух для простого сбора информации. Он все и планировал так, что единственными оставшимися слугами остали Лансер и Сейбер. Разве имея такого противника, не опасно будет оставить Шира одного даже посреди дня?
Раньше острогов было много, и все сражались друг с другом. Но теперь осталось только двое мастеров, и цель врага станет шире. И чтобы уничтожить его, противник может отказаться от прежней тактики. Рин, знаешь, где может быть Шира? Задумавшись об этом, он уже не сможет остановиться. И нельзя оставлять Шира одного. Даже сейчас он может быть в опасности. А? Не знаю. Я потому и спросил у тебя. Хотя, может, он у Кирея? Он к нему не раз уже ходил. Тут церковь? Что такое, Сейбер? Ты что-то имеешь против той церкви? Нет. Не то чтобы имею, но... Эта церковь отнюдь не святое место. Аура смерти там ничуть не меньше, чем в храме Рюда. И стоило ей пожалеть о том, что Шира отправился туда один. Как картина неизвестного места промелькнула в ее голове. Она смотрит вдаль, лишь в одном направлении, направление вершины холма, где находится церковь Катамина. Времени нет, одним прыжком Сейбер пересекает двор и вскакивает на стену. Эй, Сейбер, что ты делаешь? Я отправляюсь в церковь, пожалуйста, позаботьтесь о доме Рин. Даже не обернувшись, она спрыгивает со стены и исчезает из виду. Она не снесется вперед, подобно пуле. Она достигает места назначения, не останавливаясь, ни мешка, ни секунды. Если кто-нибудь увидел бы этот момент, то принял бы ее за пару Петра. Петра получается в серебряные голубые доспехи. Едва завидев вражескую территорию, Сейбер покрывает себя броней. Она не хотела пускать в ход доспехи, но стоило ей приблизиться к церкви, куда-то возникли сами собой. Она ничего не могла с собой поделать. При виде церкви, ее сердце вспыхнуло огнем и сама призвала броню. Ее грудь пылает. Но та, обрушившаяся на Сейбер, принадлежит не ей. Этот холод передается не ей, а от мастера ее, вместе с отчаянием и агонией смерти. Она не знает, что произошло. Но в одном уверена. Имя Шира на грани смерти. Времени совсем не осталось. Она может убить его любого секунды. Боль и холод, передающийся ей, вызывает головокружение. Но все это в 1000 раз меньше того, что сейчас испытывает имя Шира. Она никак не может избавиться от тошноты. Ее мастер одной ногой на том свете. Он не выживет. Она не успеет даже устремиться вперед с божественной скоростью. Прямо сейчас, но в эту секунду он умирает. Она может потерять своего мастера прямо на глазах. С одной этой мысли все ее здравомыслие исчезает. Она просто должна прорваться к своему мастеру настолько быстро, насколько только возможно. Если божественной скорости будет недостаточно, она разойдет самого Бога. Несчастье, это дом Божий и ее враг – посланник Бога. Да. И гневный взгляд устремлен на церковь. Выбив дверь, она врывается в капеллу. Ряды скамей проносятся мимо. В мгновение ока Сейбер пересекает молельный зал, внутренний двор и оказывается у лестницы, уходящей в подземелье. Она могла бы сокрушить стены и проломить пол церкви. Впрочем, она не столь жестока. Сейбер хотела открыть дверь обычным способом и не вкладывать слишком много сил в свои ноги. Однако сейчас она на их не контролирует. Вихрем, сбежав вниз по лестнице, она достигает подземного храма. Ощущение смерти все сильнее. При виде открывшейся картины ее гнев выходит за рамки разумного. Ярость на саму себя и ненависть к врагу, который сотворил подобное. Йо! Извини, что все так обернулось, Сейбер. Но она даже не слышит голоса Лантера, преградившего ей путь. Сейбер на пределе, и кажется, что сейчас уже никто, ничто не сможет ее остановить. Ее хозяин лежит в темноте, в дальней окутанной мраком комнате. Лежит навзничь на животе в самом центре, окруженный живыми трупами. Он истекает кровью, но она слышит его дыхание даже из этого склепа. Он еще жив. Вслед за облегчением бросает дрожь от осознания того, что слишком долго она заставила его пробыть в таком состоянии. Шира! Север направляется к дальней комнате. Но перед ней возникает страж. Держа копье за спиной, синий копейщик бесстрашно смотрит на Север. Йо, извини, что все так обернуло, Сейбер. Она не слышит его и продолжает идти. Ты игнорируешь меня? Говоря, он ожидал удара и даже сумел блокировать его. Лантер отразил неожиданную атаку Сейбер, но не сумев удержать ее яростного напора, поступил к стене. Помеха сметена с пути. Сейчас у него нет времени на битву с Лантером.
Она должна спасти своего мастера, жизнь которого еле теплится. Что? Эй, тебе настолько важен этот парень? Уж я не против, но если это так, то тебе придется питаться со мной здесь и сейчас. Сибир останавливается у входа. О чем ты, Лансер? Это я проделал в нем дырку. Кстати, уже во второй раз. Тогда он как-то выжил, поэтому на сей раз для обязанности я пронзил его как следует. Ты использовал против Широ Гайболг? Расслабься, я целился не в сердце. Но проклятие есть проклятие. Сейбер, даже ты должна знать его суть. Это копье причины и следствия, меняющие их местами. Проклятый этим копьем не сможет изменить свою судьбу, если только не отмечен. Невероятной удачей. Просто говоря, рану, нанесенную Гайболгом, нельзя исцелить. Рана проклятого не заживет, откуда существует это копье, а значит, он умрет. Атмосфера меняется. В глазах Сейбера наконец-то появляется оттенок здравого мысли. Поняла, наконец. Хочешь спасти этого ребенка? Да сначала ты должна убить меня. Звериный взгляд Лансера излучает смерть. Он намерен убивать, но... Ты сам умел, Лансер. Этот печик собирается потягаться с мечником в такой маленькой комнате. Поверить не могу, что ты мог додуматься до такого. Если ты думаешь, что я позволю тебе уйти, отрекись от копья и исчезни с моих глаз. Я не намерен убивать тебя в столь бесчестной битве. Разве это еще не более глупая идея? Какой героический дух отвернет своего партнера? Я не убил его, потому что хотел закончить одно дело. Я здесь, чтобы сразиться с тобой, Сейбер. В его словах нет бесчестия. Лансер не даст им покинуть это место живыми. Для него это первая и последняя битва, в которой он будет воевать полную силу. Лансеру ничего не нужно от Святого Грааля. Он жаждет лишь сражений, достойных героических духов. Такое простое, обычное, тривиальное желание, по праву дарованное любому слуге, не было дозволено ему до этого момента. Поэтому он ни за что не намерен упускать то, что может оказаться его последним шансом. Даже если это произойдет в настолько невыгодных для него условиях. Хорошо. Тогда я разрублю твое копье, если с тобой. Глядя на героя в синем, Сибир поднимает свой невидимый меч. Хорошо сказано. Честно говоря, я рад, что из всех нас осталась именно ты, Сейбер. Копье Лансера молнии пронзает пространство. Сейбер отвечает всей своей мощью. Используя сильнейший удар, они начинают переигровку их последней схватки. Конец интерлюдии. Больно, 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 больно. Все, что я сейчас слышу, это звук собственного дыхания. Возможно, жар моего тела кого угодно смог превратить в пепел. Чувство такое, будто мозговое вещество расплавилось и начало потекать через... Стой, 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 стой! Что-то не так, ведь у меня больше нет мозга, но тело по-прежнему сигнализирует о боли, а голова воспринимает эту информацию. Помоги, 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 помоги. Пустота поглотила не только голову. Я не чувствую тела, ни сердца, ни желудка, вообще ничего. Тошнота невыносима. Казалось бы, чем меня может вырвать? Однако тошнота все усиливается и усиливается. Из-за зубы я терплю эти бесконечные приступы вновь и вновь. Я не могу остаться в сознании. Это только моя боль, лишь я должен ее терпеть. С этим проблем нету. Верни, 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 верни. Проблема в голосах. Вдох, выдох, вдох, выдох. В пустом сознании лишь шум дыхания. Но помимо него в голове проносятся эхом голоса. Я знаю, кому они принадлежат. Больно, 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 больно. Я схожу с ума. При каждом звуке голосов мою грудь словно пронзает насквозь. И не страшно. Просто у меня нет никакого способа вернуть им дух.
Эй, 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 эй. Как бы они ни молили о помощи, и как бы я не хотел их спасти, это бесполезно. Я не буду просить их замолкнуть, ведь как бы сильно они меня не звали, я не в силах помочь им. Поэтому я чувствую, что если это продолжится, чихнусь. Вернее, 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 вернее. Сколько бы они ни просили меня, мне нечего дать. Все, что могу для них сделать, это положить этому конец. Я лишь могу отнять подобие жизни у трупов. Могу лишь оставить творца этого ада искупить свои грехи. Я не смогу забрать испытанное им имя страдания или исправить трагедии смерти. Это все, что я могу. Герой существует лишь для того, чтобы бороться с последствиями случившегося. Кто он, чтобы говорить такое? Но я отверг эти слова и сейчас расплачиваюсь за это. Правда в том, что я отчаянно хочу сбежать. Мне не спасти их. У меня есть скорбь и желание выслушать, но у меня нет для них чуда. И у меня нет сил на то, чтобы опровергнуть его утверждение о том, что герой на больше не способен. Но если бы у меня было чудо, способное спасти их, стал бы я. Китака. Она здесь. Суэ. Просыпайся, Емешира. Твоя слуга пришла. Слышу голос. Он доносится из-за спины. Но я не могу разобрать, что он говорит. В глазах все плывет. Я ничего не вижу. Сейчас мой мир — это голоса, взывающие помощи. И туманные силуэты мертвых. Он хорош, но, как и ожидалось, не может исполнить Сейбер. Так или иначе, мне требуется еще один слуга. Меня не волнует, как к этому относится Сейбер или Лансер. Но прежде нам нужно определиться с Вивером. Ты по-прежнему ничего не слышу. Но голос этого человека за эхом отзывается в моей голове. Давай, настал твой черед. Пойдем, Эмия Широ. Моя голова поднимается. Мужчина хватает меня за волосы и тащит за собой. Это прикосновение рождает во мне понимание его сущности. Этот человек поглощен темной скверной. Его сердце черно, а сам он окружен каким-то мраком. Эта мглистая порча, тянущаяся откуда-то из-за нового мира, сковывает его подобно цепи. Понятия не имеет, что это значит. Ясно только одно. Этот человек именно Кирит такой же, как и я. Он тоже однажды получил смертельную рану и все же смог выжить, благодаря неведомой силе. Подобно тому, как я исцеляюсь благодаря Сейбер, именно Кири поддерживает свое погибшее тело с помощью этой черной порчи. Он здесь, Сейбер. Опусти меч, если хочешь спасти своего мастера. Что происходит? В глазах по-прежнему не низги, я даже не могу поднять головы. Ты тоже, Лансер. В конце концов, все мы желаем приблизиться к таинству Грааля, поэтому не должны убивать друг друга столь опрометчиво. Если Сейбер не существует лишь этот человек, я с радостью дам ей то, чего она хочет. Мрачный смех. Думаешь, я поверю словам того, кто убил мастера Лансера и покушается на моего? Кем он говорит? Я не могу разобрать слов, но они отдаются в моем полуобручной голове, словно звон колокола. Верь мне, я не желаю драться с тобой. Что было, то было. Но если ты желаешь обрести свой Грааль, я не стану тебе препятствовать. Изначально моя кровь заключалась в отделении достойного для Грааля. Вы двое больше достойны. Следовательно, если ты желаешь почести Грааль, то я могу дать ее прямо сейчас. Святой Грааль находится здесь. Он здесь, Святой Грааль существует везде. Прежде всего, Грааль — это бесформенный сосуд. Его завершение зависит от того, когда и где и в чем он будет выжжен. Для его призыва подойдет и эта церковь. Разумеется, что Грааль будет не завершен, пока остается более одного слуги. Но даже в этом случае он способен исполнить большинство желаний. Если тебе этого мало, можешь продолжить бой. Несмотря на свое нежелание, я готов сказать тебе содействие,
Ты не против Лансера? Против. А чем Висен Фарс? Мы можем решить исход биты прямо сейчас. В таких условиях тебе не показать всех возможностей за размером комнаты. А Сейвер не может собраться полной силы и забыть о том, как спасение своего мастера. Не думаю, что такая битва удовлетворит тебя в полной мере. Я слышу, как кто-то разочарованно фыркает. Судя по всему, мужчина согласился. Прекрасно. Тогда я позволю задать опрос. Кто есть, а то играли. Разве он не должен явиться лишь тогда, когда станет только один из нас? Или играли, благодаря которому мы были призваны, был обманом с самого начала? Нет, он настоящий. Раз этого Грааля не появится на свет, пока в живых не останется только один слуга. Однако, сосуд, которым он будет призван, совсем другое дело. Он изначально имел форму, и энергия стекалась в него с самого начала. Поскольку осталось лишь двое слуг, сосуд практически обрел силу своего Грааля. Ты ведь знаешь об этом, Сейбер. В прошлой войне ты дошел до конца. Ты должна понимать, что заставляет себя Святой Грааль, призванный на этой земле. Айнцберюнно ёйшта сэйхай га донна моно ка? Усу-усу вакатте иру но дева най ка? Да, Святой Грааль всегда здесь. Он ждет, когда его наполнит жертвенной кровью. По мне, так это скучно. Тем ждать до самого конца. Твои желания можно исполнить прямо сейчас. Поэтому теперь нет никаких причин убивать друг друга. Да, определенно. Таиса умерли. Но что насчет тебя? Разве твоя цель не в обладании с этим Граалем? Я же сказал, что я только судья. Если найдется достойный человек, то я с радостью отдам ему этот Граал. Поэтому я хочу услышать твой ответ, Эмия Широ. Мое тело приподнимается. Сначала голова, потом все остальное. Это больно. Рана на груди открылась. От жуткой боли и белеет в глазах. Ты! Не волнуйся, я просто хочу услышать его ответ. Но ты играли и умерли, что зову сразу. Я должна интересовать, действительно ли твой мастер достойного. В этом нет нужды. Широ никогда не желал Святой Грааля. Мой мастер не отпустится до твоего уровня. Да, сначала он так и ответил. Но был ли у вас ответ настоящим? У каждого человека есть своя темная сторона, и он не исключение. Разве этот мальчик ничего не проклинал в тот день, 10 лет назад, и страхнул груз плеч после того кошмара? Что? О чем он говорит? Пожар, произошедший 10 лет назад, здесь ни при чем. Не смыслится? Это никак не связано. Я открою твою рану. Настал час признания Эмия Широ. Моя спина изгибается такой. Мысли меняют направление, позвонок через голову пропустили высоковольтный разряд. Разум раскалывается, и в нем появляется красное видение. Стой! 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 Стой, стой, стой! Стой, 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 стой! В этом нет никакого смысла. Даже если я вспомню это теперь, воспоминания никого не спасут. Все умерли. Все до единого. Лишь один я шел через огонь. Горящие дома погребли под собой обугленные трупы. Отовсюду слышались крики. Больно, 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 больно. Я бродил один. Хотел найти помощь, хотел, чтобы меня спасли. Поэтому я продолжал бродить, не оглядываясь по сторонам. Хватит. Все это время. Неужели я не допускал и мысли о том, что никто не просил о помощи меня, ведь я еще мог двигаться? Хватит. Помоги, 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 помоги. Нет, я не замечал. Я никак не мог не обращать на это внимания.
И все же я продолжал идти. Игнорировал голоса, захлебывающиеся от боли. Игнорировал голоса, сходящих с ума и пытающихся вырваться. Игнорировал крики тех, кто не хотел умирать. Игнорировал матерей, умоляющих взять с собой их детей. Игнорировал даже мертвые глаза тех, кто уже не мог просить о помощи. Продолжал идти, ища спасения лишь для себя самого. Постой, 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 постой! Я устал смотреть на трупы. Я не хотел смотреть на людей, порчащихся от боли. Я думал, что не смогу спасти их. Я считал, они умрут вне зависимости от того, что я сделаю. Именно поэтому я не останавливался. Хватит. Верни. Я думал, что должен прожить хоть на секунду дольше, поэтому я двигался дальше. Даже если были люди, которые умерли, не способные спастись. Пока я был способен на что-то, мысли мои были заняты только сохранением собственной жизни. Хватит. Но сердце мое почти скрушилось. Сдерживая слезы, я бродил в поисках выхода. Трудно жить, игнорируя мольбы о помощи. Я знал, было бы легче, если бы я покаялся, но никогда не мог покаяться. Я верю, что был честен с собой, поскольку не мог ничего поделать, что был искренен, потому что не мог никого спасти. Хватит. Вообще-то он не мог искать спасти, он был ребенком обычным. Очень маленького возраста, как он всем что-то мог сделать? Взрослые должны были делать что-то. В данной ситуации они... Кажется... Это именно я, наверное, хочет что-то исковеркать не ту сторону, как он как ему хочется. Больно. Я желал обрести спасение, и меня спасли. Единственного. Вообще-то были другие дети, которые спасли, но потом им просто не повезло встретить такого же Кирицуку. На самом деле. Ну, в первую очередь, Кири, который решил воспользоваться этой ситуацией, и просто при помощи как раз этих душ и детей, постоянно питать его слугу. Там еще там Гугард и Кирей умер, во-первых, в этом, а никто другой. В больнице были только дети, имевшие несчастье оказаться поблизости от огня. Я не хотел ничего знать, но человек в белом халате сказал: «В районе пожара выжил только я». Хватит уже. Я видел людей, умирающих в мучениях. Я видел множество несчастных. Тех, для кого большое здание стало кладбищем. Я ощущал их горе, ощущал их печаль. Я всегда чувствовал неразрывную связь с теми, кто умер в ту ночь. Я думал, что... Просто прекрати. Эй. Я могу вспомнить каждую деталь. Естественно, они все хотели спастись, но их желания не осуществились. Поэтому, раз исполнили лишь мое желание, то я должен хотя бы принять ответственность за их смерти. Нет, я бы не мог поднять голову, если бы не думал так. Не могу. Больше. Верни. Поэтому я столь отчаянно шел поступом Кирицуку. Ради тех, кого я не мог спасти, и ради того, чего я не смог сделать. Я восхищался героем, который смог спасти хоть кого-то. Просто не смог бы жить, отвергая мольбы о помощи. Я продолжал идти вперед, разум бы им был пуст. Достаточно. Пожалуйста. Люди, которых я не спас, научи меня двигаться дальше. И что среди этого я потерял? Я просто считал, что должен идти вперед вместо погибших. Я не мог думать ни о чем другом. Я запечатлел все воспоминания о прошлом, чтобы я никогда не думать о них. Люди, которые были не ко мне добрее, чем кто-либо. Воспоминания о тех, кто были моими родителями. В силах воссоздать их или вернуть свою назад. И я накрепко запечатал их, думая, что уже мертв. Не трожь их. Я не испытывал боли. Эмия Широ был счастлив, когда его установил Эмия Кирицуку. Поэтому... Ты никогда не думал, что мог ошибаться. Я сказал тебе, не трожь их. Боль в груди возвращает меня к реальности. Тошнота не прекращается. Конечности онемели, голова горит. Дыхание прерывистое. Верни. И голоса эхом отзываются в моей голове. Я харкаю кровью. Это умирает мое тело? Или все потому, что я не могу больше терпеть эти голоса? Боль в груди. Не смогу заткнуть ее, как бы ни старался. Сколько же было боли внутри.
Она будет мучить меня так долго, пока со мной будет, будут воспоминания, и она не исчезнет, вода. Галлюцинации? Я вижу силуэт того, кого здесь быть не должно. Значит, я должен держаться. Я не должен желать себе смерти. Даже если она прекрасно видение, я должен вести себя так, словно я в полном порядке. Рана глубока. Если не исцелить ее, боль не прекратится. Мне нужно заканчивать свою жизнь наедине с этой болью. Вместо озвучки этого говорит он Эми Ашира, в общем-то, в тексте этого нету. Я слышу голос священника. Голос полный сочувствия, совсем не характерный для него. Ты сказал, что не нуждаешься в этом Граале. Но правда ли это? Если ты можешь переписать события десятилетней давности, разве это не причина обрести этот Грааль? Да, поступить и почему поступить так же, как Сейбер, как хочет Сейбер. Вообще-то против этого, чтобы Сейбер так делал, значит, он и сам не должен этого ждать. Ты сможешь вернуть все утраченное в том инциденте. Значит, это нереально невозможно. И, говорится, Китамин Кири просто хочет вести его в заблуждение. Сможешь стереть то несчастье и становиться тенью Эми и Кицугу, и наконец-то стать самим собой? Не это ли единственный способ спасти себя? Переписать с чистого листа то, что произошло 10 лет назад? Отринуть себя, который выжил тогда, но не спасти никого и стать другим? Нет, важнее другое. Если я смогу сделать так, чтобы это никогда не случалось, то никто не познает боли. Нанде. Почему? Я трясу головой. Я отвергаю это видение в пылающем разуме. Я плюю на свою собственную слабость. Потому что... Больно, 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 больно. Я слушаю их голоса. Мои пальцы шарят по мокрому. Помоги. Все они хотят, чтобы той ночи никогда не было. Да, я хочу того же, пусть даже я не испытываю той боли, которую испытали они. Даже после того, как Кирицугу установила меня. Я часто ходил на выжженное поле, чтобы вновь увидеть тот пейзаж. Ходил туда, где уже ничего не было. Открывал дверь, которая больше не существовала. Шел по коридору, от которого ничего не осталось. И улыбался матери, которой там больше не было. Хотел вернуться в те дни, когда этого еще не произошло. Я ждал дня, когда смог бы, наконец, проснуться от этого кошмарного сна. Но этого не происходило, и я принял реальность. Но если я смогу обрести мир, где этого не было, где никто не кричал боли, то без сомнения. Теперь отвечаю. Если ты желаешь этого, я дам тебе свой Грааль. Говорит мне священник со святым Граалем. Верни. Стоит лишь захотите, эти голоса исчезнут. И рады, как и я. Если судьбу можно обратить, я должен сделать это. Ответ очевиден. Очевиден. Так почему же? Он мне не нужен. Я не могу желать такого. Я смотрю прямо на трупы. И отвергаю их. Таков мой ответ. Неважно, на что способен Святой Грааль. Я не буду просить оживить мертвецов или изменить прошлое. Правильно. Тебе не переписать прошлого. Мертвых не вернуть. Случившееся не изменить. Ждать этого бесполезно. Мои щеки горят. Каждый раз, когда я говорю о невозможности чудес, по ним текут слезы. И не в силах понять, почему желание простого человеческого счастья оборачивается чудом, недостижимым для людей. Святой Грааль сделает это возможным. Все будет так, как ты этого пожелаешь. Говорит священник. Я не могу с ним согласиться. Даже если у меня есть возможность обратить время вспять, я не должен менять то, что уже случилось. Потому что если я сделаю это, все окажется лучше. Все слезы. Все мучения. Все воспоминания. Даже суровая реальность, что пронзает мое сердце, станет лучше. Там были люди, умершие в агонии. Там были люди, рисковавшие своей жизнью во имя спасения других. Там были люди, отплакивавшие чужие смерти. Если отменить случившееся, словно его никогда и не было, существовало, куда уйдет все это? Мертвые не вернутся. Реальность не перевернуть. Продолжать помнить, как бы тяжело и больно ни было, разве это не значит, что утерянное не утрачено до конца? Тем людям однажды суждено умереть, и смерть печальна сама по себе. Но в жизни есть и не только боль. Смерть тяжела, но существует и светлые воспоминания.
Если я связан со смертями этих людей, если я хочу защитить свои воспоминания о Киритсугу, я верю, что эти воспоминания станут уроком и изменят людей, живущих сейчас. Даже если, в конечном итоге, они будут забыты. Этот путь, я не верю, что он ошибочен. Вот как. Значит, ты... Мне не нужен святой Грааль. Я не сверну со своего пути ради людей, которых оставил позади. Объявляю я, превозмогая боль. Сдерживая ее и пытаясь не потерять сознание, я поднимаюсь на колени. И тогда я наконец-то замечаю. Я больше не слушаю голосов. Их эхо умолкло. Я не знаю, как они отнеслись к моему ответу. Хоть это печально, но все же они закрыли свои глаза из-за единого упрека. Вот он. Ее мастер дал свой ответ. В общем, это месяц мы тогда серию давно закончим. Что там дальше случится, узнаем уже в следующих сериях. Так-то, как я помню, это уже нас почти что уже все близится к концу этой арки. Одной из трех. Конечно же, это пока еще не конец всей новеллы. Она такая тоже довольно продолжительная, как и тоже, когда плачут цикады, но... Здесь всего три арки, там было 8 глав, здесь же три арки, и, в общем, кажется, особо интересным, но только они при этом тоже как бы такой вот альтернативной реальности, в общем-то, события там идут на то же время, с теми же героями. При этом немного разные, все зависит от того, каким бы было делом, в общем, в самых начальных днях, в самых первых днях. Это новое. В общем, это все. Если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику без мат и оскорблений. На этом все, с вами был Михаил, дорогие зрители, подписчики моего канала, всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.